То есть другого выхода нам выжить, это кроме восстановления родоплеменного строя, просто у нас нету. С семьи нужно начинать. Создавайте крепкую семью. Семьи объединяйте в племена. Племена объединяйте в род. В рода в народ. А народ уже в мир. Мир во всю державу объединяйте. Как наши предки жили. Если при родоплеменном строе нет возможности инородцам вторгнуться в нашу среду и нами управлять. А нам навязали вот это вот, я не знаю, как это общество назвать, сумасшедший дом. И в результате кто нами управляет? Инородцы. А нас просто уничтожают. Попробуйте сейчас к чеченам суньте со своими демократией или еще с чем-нибудь. Что вам там чечены скажут? Молодцы, вот они мужики, правильно поступают. А нас они говорят, какие вы мужики? Да вы не мужики, вы тряпки. Правильно говорят, я с ними согласен.